Всем добрый день. Я тут у речки Псизуапса сегодня. Дневной будет именно здесь. Ну, коротенький. Времени много тоже нету. Обратите внимание на речку. Она опустилась где-то на метр. Ну, с того момента, когда здесь был последний раз. Она подымалась прямо вот практически под вот этот вот поребрик. Кафешка, видите сами. По-прежнему в том же состоянии, никаких глобальных изменений пока не произошло, хотя и говорили, что что-то будут делать. Я думал, что будут, когда делать набережную, все это будет прямо сюда. Хотя, с другой стороны, прекрасно понимал, что у нас есть преграда, человеком созданная, типа железнодорожного моста. А сами понимаете, что железнодорожный мост такой объект режимный, что нельзя под ним особо шастать. Пойдемте посмотрим на море. Температура воздуха плюс 12. И это я в машине видел сам своими глазами. Пес на месте, никуда не делся. А вот камешки с надписями всякими разными, они достаточно долго здесь лежали. Я даже как-то их встречал, помнится, на этом. Вот тут вот на набережной прямо встречал, где-то валялся один камень, потом гляжу, его перенесли. Обратно сюда поставили. Так, тут волки гуляют. Поэтому я не пойду туда, в сторону устья. Хотя они везде гуляют. Иногда они бывают агрессивные. Не хочу никого злить. Да и по Куксиным тоже неохота оказаться. Пляж Багратион, пляж с моря. Вот они прямо здесь сейчас перед вашими глазами. Собака что-то ест. Вот похоже, она и кусала меня за пятку. Широкий, просторный, шире, чем он был даже в прошлом году в начале. Ну, пустой. Людей, как видите, нет. Ветерок легкий, то есть гулять по пляжу очень даже комфортно. Море спокойное. Хотел было сказать, что оно прозрачное, нет, оно какое-то матовое, знаете, как в июне прошлого года. Но оттенок у него несколько другой. Вот такой вот денек сегодня в Лазаревской, очень даже погожий, хороший. Там он под навесом вот этого кафешки, вот этой вот белой, кто-то сидит, загорает какая-то женщина. А я говорю вам пока, до новых встреч в эфире, побежал уже полно дел дома. Очень важно, кстати. Всем пока.